Привет, друзья мои! Я сейчас нахожусь у себя на моей музыкальной студии. Вот видите, у меня автомобиль. Здесь прохладно. Здесь синтезатор. На улице 33 градуса жары. Но я нахожу время для того, чтобы заниматься музыкой. Потому что музыка – это моя жизнь. Жизнь моей семьи, моих сыновей, моих внуков. Надеюсь, и правнуков. Но началось все это очень давно, когда мой прадедушка по линии моего отца прекрасно играл на скрипке. Мой прадедушка по линии моей мамы прекрасно играл на волынке, на гайде. По линии моего отца все имеют национальность молдаване, румыны. По линии моей мамы это все болгары, балканцы. Все тоже очень музыкальные. Мама прекрасно пела. Отец мой очень хорошо играл на балалайке. Он был военным. Поэтому я люблю и молдавскую музыку, я люблю болгарскую музыку, я люблю сербскую музыку. Я люблю украинскую музыку, потому что я живу в Украине. Я люблю польскую, потому что у меня жена полька. Я люблю цыганскую, потому что когда мне было 5 лет, мне цыгане украли, и я неделю прожил у них в ихнем таборе. Я играл на гармошке, они танцевали, пели, было здорово, весело. Но потом, когда мой отец уже подключил милицию, нашли меня, их не наказали. Я им благодарен за то, что они дали мне возможность научиться играть и полюбить цыганскую музыку. Тогда их поселили, дали им дома. Они тогда кочевали, а дали им дома, дали им возможность построиться. И они построились и в Геновке, между Татарский район, недалеко от Бородино. Там я в школу ходил, там я учился играть на музыкальных инструментах. Я всегда очень хотел научиться играть на скрипке, но не получалось у меня по времени, не знаю почему, как-то я больше освоил те инструменты, на которые вы видели, на которых я играю. Вот. А вот скрипочка всегда как-то у меня вот в душе, она очень люблю этот инструмент, всегда слушаю, когда играют прекрасные скрипачи. Я понимаю, что я никогда не буду хорошим скрипачом, но для души я решил освоить, сейчас вот я репетирую. Я желаю вам тоже находить время, может быть, вашим детям, внукам, пусть учатся музыка. Потому что музыка – это прекрасно. Музыка помогает жить. Вот. И я себе записал фонограмму. И она, естественно, синтезатор поможет. Он мне саккомпанирует, и я сыграю. Я понимаю, что я ничего хорошего такого серьезного не сыграю. Вот. Вы мне там не сильно ругайте. Просто хочу показать, что вот свободное время можно куда-то его нормально использовать. Для души, для души, хотя бы для души. Итак, мелодия молдавская. Почему? Потому что эту мелодию я слышал, когда я был маленьким, и я ее запомнил. Это любимая мелодия моей бабушки, моей мамы, дедушки, может, всей моей семьи. Вот. И я хочу передать привет своим сестрам, всем вам, будьте здоровы. Мы с вами на Фейсбуке, держим связь, у нас впереди много фестивалей, встреч, концертов, дай Бог, чтобы мы все были здоровы. Thank you.
всего самого хорошего. Берегите себя. Все будет хорошо.